Всем добрый день, Рихмайер Наталья Кемерова. Зачем вам ехать на день рождения компании, если вас не будут награждать на сцене? Представьте, вы пришли на концерт вашего любимого артиста. И вы не артист, и вы не стоите на сцене, а вы сидите в зале. В зале с многотысячной армией его любимых поклонников, которые просто смотрят на него и получают энергию, которая исходит от него на вас. И вы сидите вместе с этими поклонниками, которые точно так же любят его, как и вы, которые вы цените и с удовольствием слушаете. Представьте, как вы прокачаетесь энергией, которая зарядит вас на целый предстоящий год. Поэтому на день рождения компании стоит ехать, чтобы зарядиться энергией по полной. Зачем мне ехать на день рождения компании, если я могу посмотреть выступление бизнес-тренера в интернете? Если вы будете смотреть выступление бизнес-тренера в интернете, вы, конечно же, не получите, опять же, той энергии, которая будет исходить от его глаз в ваши глаза, потому что все равно будет экран, а так вы получите энергии значительно больше. Зачем вам ехать на день рождения компании, если это дорого, и я не могу сейчас себе это позволить? Вы знаете, за последние 3 года, которые я нахожусь в бизнесе и партнерстве с компанией Meta, я в свое обучение вложила, я считаю, что это вложение денег, более 500 тысяч рублей. Вот я так посчитала, у меня получилось 456 рублей в день. Дорого, кто-то скажет. Я скажу, что я могу себе это позволить, потому что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в свое образование. И если у вас нет денег сейчас, то их не будет никогда. Зачем мне ехать на день рождения компании, если моя команда не хочет ехать со мной? Ну и пусть они не едут с вами, зато вы поедете, вы зарядитесь и сможете зарядиться сами. Как сказала Любовь Александровна на день рождения компании в Сочи, чтобы заряжать, нужно заряжаться. Чтобы вдохновлять, нужно вдохновляться. Зачем мне ехать на день рождения компании в этом году, если я могу приехать на любое другое мероприятие компании? Вы представляете, вы приедете на день рождения компании, вы приедете в Барнаул, это будет лето, Алтай, все будут красиво одеты, все будут одинаково энергетически заряжены. Как вы прокачаете свою энергию? Вы обменяетесь ей, вы чуть-чуть отдадите своей, но и получите значительно больше от других энергии. Вот. И это будет летом, а потом вы поедете в горный Алтай, то место, где сбываются все мечты. Поэтому я вам настоятельно рекомендую поехать на день рождения компании. Зачем мне ехать на день рождения компании, если мне не нужно больше? Ну, я уже немножко ответила на этот вопрос. Если вам сейчас ничего не нужно, то никогда не нужно будет вообще ничего. Поэтому я считаю, и еду на день рождения компании, хочу зарядиться энергией, хочу чуть-чуть поделиться своей энергией и напитаться энергией от тех, кто мыслит и смотрит со мной в одном направлении. Увидимся в Горном Алтае и в Барнауле 8 июня. До встречи!